Число жертв ближневосточного респираторного синдрома в Южной Корее выросло до 14 человек. Ранее сообщалось об 11 погибших. Еще зафиксировано 12 новых случаев заражения. Общее число больных в стране коронавирусом составляет 138 человек. Около 4000 местных жителей отправлены на карантин из-за риска заболевания. Закрыты 2200 учебных заведений. Министерство здравоохранения страны огласило список из 55 больниц, где проходили лечение заразившиеся опасным вирусом. Они считаются главными источниками заболевания, так как все случаи заражения произошли в медучреждениях из-за того, что не были предприняты своевременные меры по изоляции первых заболевших. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 1200 случаев заражения вирусом МЕРС, из них скончались 449 человек. Но вакцины от него до сих пор не существует.